Я не знал, что я еврей. Я был московский мальчик с чистых прудов, любитель картофельных драников, читатель книги про Хаджун Средина, болельщик московского «Спартака». Лучшее, что было в моем детстве, это было застолье моих родителей, два десятка шестидесятников, молодых биологов, физиков, математиков, музыкантов, юристов. Дядь Ваня и тетя Свет, тетя Регина, дядя Алик, дядь Лева, тетя Майя, дядь Боря, тетя Мальвина. Прошло много-много лет, прежде чем я сообразил, что в этом застолье были люди разных национальностей, евреи и неевреи. Мне это было совершенно безразлично. Совершенно безразлично признаться и сейчас. Безразличие – лучший ответ на несуществующий еврейский вопрос. Я не знал, что я еврей. Но мне помогли разобраться. Слово «жиденок» я впервые услышал от своего одноклассника Саши Мальцева. В его голосе звучала брезгливость. Я даже не понял, в чем дело, понял только, что во мне есть какой-то природный изъян, мешающий хорошему отношению ко мне нормальных людей, вроде Саши Мальцева. Я сразу понял, что это совершенно непоправимо. А мне хотелось, чтобы меня все любили. Для 4 класса вполне простительное чувство. Полная несбыточность этого желания ранит меня до сих пор. Вздрагивать и холодеть при слове «еврей» я перестал только на 4-м десятке жизни. В детстве, в семейном застолье, при этом слове понижали голос, да и вслух произносили редко. Тема была не то чтобы запретная, а именно что непристойной. Как упоминание о каком-то семейном проклятии, вынесенном из черты оседлости. Только под самый конец советской власти выяснилось, что еврей – это не ругательство, а просто такая национальность. Когда мой дед Семен Маркович раздражался и становился грубым, бабушка Лидия Абрамовна, сделанная совсем из других материалов, говорила ему только одно слово. Она говорила «городище». Так называлось белорусское местечко неподалеку от Мозыря, родина деда. Особому политесу взяться там было действительно неоткуда. Прадед был бендюжником, ломовым извозчиком, и деда в детстве многократно пороли. Хорошо помня характер Семена Марковича, могу предположить, что перепадала по мягкому месту и моему отцу. Мой старший брат и я первые непоротые в нашей фамилии. Городище я искал и не нашел, когда ездил по Белоруссии в поисках своей исторической родины. 20 век безжалостно прошелся по этим краям. Местечек уцелело только 2. Уцелели, впрочем, только дома. Евреев давно нет в помине. Кто в России, кто в Америке. Кто на земле обетованный, а кто просто в земле. В Белоруссии Гитлеру удалось решить еврейский вопрос полностью. А для городища не потребовалось и Гитлера. К 29-му году вместо еврейского кладбища построили артиллерийское стрельбище, это было куда актуальнее. Ну, дед Семен к тому времени тоже успел поучаствовать в переделке мира. Центростремительная сила революции закрутила его в Москву. И к окончанию института он был убежденным троцкистом. Троцкого попросили для начала проехать в Алмату, деда тоже для начала в Архангельск. Семеном Марковичем он в ту пору не был. Был Шломо Мордух. Все моего переделали однокурсники в химико-технологическом, просто чтобы не ломать язык. О конспирации еврейства в 20-е годы думать уже, ну или еще, не приходилось. Деформация имени-отчества спасла деду жизнь, когда его искали, чтобы стереть уже в порошок. Искали-то Шлома, а не Семена. На что один из нашедших впоследствии на допросе прямо деду и посетовал. Спросил, где вы были все эти годы. А спасение состояло в том, что искали деда в конце 30-х, а нашли в конце 40-х. Эта история стоит того, чтобы ее рассказать. В 1927 году московский студент Сёма Шлёма
написал письмо своей жене, будущей моей бабушке, в Вологду, куда направила ее партия. Дед писал из самой гущи исторического процесса, рассказывал о фракционных боях и, в числе прочего, черкнул несколько нелестных слов про Сталина. Дед предположил, что от Кобы будет еще много крови. А бабушка Лидия Абрамовна была партийной безо всяких отклонений. Когда уже в старости они с дедом ругались, то перед тем, как окончательно перейти на идиш, чтобы мы, внуки, перестали понимать текст, бабушка восклицала: «Ай, Сёма, ты всегда был троцкистом!» Но в 27-м году бабушка сама принесла письмо мужа в Вологодскую партячейку, столько свежих новостей из Москвы, и письмо куда-то пропало. Бабушка не придала этому значения, времена были, по слову Ахматовой, относительно вегетарианские. Письмо всплыло через 21 год. В 48-м году на допросе. Через пару дней Сёме Шлёме, отцу троих детей, дали 8 лет лагерей на осознание своей юношеской неправоты в оценке вождя. Ну или в подтверждение этой правоты. Бывший комендант Кремля Мальков, сидевший с дедом в одной камере, узнав про приговор, сказал ему: «Молодой человек, это вообще не срок». Мальков только что отбыл десятку и получил вторую. Это половина истории, вполне типовая. Вторая половина куда уникальнее. Прошло еще 30 лет. Вышел в свет роман Василия Белова «Кануны». И в тексте романа мой отец обнаружил удивительное письмо. Автором письма был неприятнейший персонаж. Студент-троцкист с явным местечковым акцентом. Фантазия писателя Белова воспроизвела коллизию с поразительной точностью. Персонаж писал в 27-м году из Москвы в Вологду жене. Было в романном письме и про столичную жизнь, и про партийные склоки. Начиналось оно словами «Здравствуй, Эйдля», а заканчивалось «Поцелуй Надюшку». Эйдля было имя моей бабушки, аналогичным образом превращенное в Лидию. А Надей звали старшую сестру отца, родившуюся как раз в 27-м году. Ко времени публикации романа и дед, и бабушка были еще живы. После их смерти в начале 80-х отец написал Василию Белову. Не вторгаясь в моральные оценки, он просто сообщил писателю, что в романе «Кануны» использовано реальное письмо его отца к его матери. Поинтересовался, каким образом оно попало в руки к писателю. Попросил вернуть семейную реликвию. Что удивительно, Белов ответил. Он признал, что письмо в канунах реальное, заверил, что подлинника у него нет, а использовал он копию, найденную в архиве Вологодского обкома партии. В ответе была слышна некоторая растерянность. Белов не мог предположить, что троцкист, такой описавший о Сталине в 27-м году и попавшийся органам, а архив обкома КПСС, это, как вы понимаете, эвфемизм, мог дожить до начала 80-х. Писатель Белов перекатывал чужое частное письмо, даже не потрудившись изменить имена. Он думал, что стягивает сапоги с мертвых. А вот другое семейное предание. Сюжет, годящийся для графа Монте-Кристо, но уже совсем печальным исходом. Мой дед по материнской линии, Евсей Дозорцев, был к началу войны начальником отдела ПВО наркомата угольной промышленности. И вот в сентябре 41-го некий сослуживец деда завел прилюдный разговор на русскую народную тему «Евреи умеют устраиваться». Тогда дед Евсей положил свою бронь на стол и в тот же день ушел на фронт. Когда я говорю «в тот же день», это следует понимать буквально. Дед не простился с бабушкой, передал письмо через ее сестру. Наверное, он боялся, что бабушка его отговорит. Старший лейтенант Дозорцев погиб в октябре 41-го года под Ленинградом. Я сейчас уже почти вдвое старше его. А в середине 60-х, когда мне не было еще 10 лет, в коммунальной квартире на Чистых прудах, где мы жили впятером в одной комнате, располз потолок, и через гнилые доски просто полилась дождевая вода. И тогда бабушка пошла по инстанциям. Ей, вдове погибшего на Великой Отечественной, полагалось по такому случаю некоторое ускорение
в очереди на квартиру. И, высидев очередь в одной средней советской инстанции, она добилась приема у начальника, вершившего квартирные дела. Это был тот самый сослуживец деда, знаток еврейского вопроса. Он пересидел войну и теперь от имени советской власти решал, давать ли моей бабушке квартиру. Дальнейший ход сюжета, увы, уводит нас от аналогии с романом Дюма. Никто не убил этого человека и даже не опозорил его. Бабушка Ревека Абрамовна на ватных ногах вернулась домой. Всю ночь плакала и пила валерьянку. Мы жили впятером в одной комнате, в коммуналке. Потолок держался на деревянных подпорках. Вода лилась в тазы. Спустя год нам дали новую квартиру на речном вокзале. Евреи умеют устраиваться. Дело было в конце 50-х. Артист Михаил Державин женихался к дочери маршала Буденного. Пока молодые обнимались с девичьей светелки, верный друг Ширвинд как мог отвлекал и развлекал боевого Семена Михайловича. Попросил маршала рассказать какую-нибудь историю про гражданскую войну. Маршал оживился и привстал в стременах. И рассказал о том, как однажды во время польской кампании они выбили белых из какого-то местечка, ворвались туда всем эскадроном, шашки наголо и... На этом месте маршал придержал коня и уточнил: «А ты кто по нации?» Ширвинд ответил: «Еврей». Маршал немного подумал и сказал: «Ну, я тебе другую историю расскажу». В перестроечное время в Израиле, помимо одноименной военщины, обнаружилась еще какая-то жизнь. А в советские времена на этот счет было твердое указание, чтобы только военщина. Отчетливо помню баскетбольный матч ЦСКА «Макаби» в середине 70-х годов и лингвистические трудности с отчаянием и героизмом, преодолеваемые комментатором Ниной Ереминой. Вместо простого русского слова «Рабинович» она говорила «десятый номер команды соперников». Словосочетание «израильские баскетболисты» Еремина избегала как «евреи имени Бога», говорила «сегодняшние соперники армейцев». Несчастная мучилась не по доброй воле, и установку партии следует признать рациональной. Ведь, пойдя по логической цепочке от баскетболистов, советские граждане могли прийти к опаснейшей мысли, что в Израиле есть врачи, скрипачи, инженеры, женщины, дети, что там, короче, живут люди. Допустить такого было нельзя, и Еремина старалась. Жизнь масона Цепировича. Ефим Абрамович Цепирович работал инженером, но среди родных и близких был больше известен как масон. По дороге с работы Ефим Абрамович всегда заходил в гастроном. Человеку, желавшему что-нибудь купить, делать в гастрономе было нечего. Это знали все, включая Ефима Абрамовича. Но каждый вечер он подходил к мясному отделу и спрашивал скучающего детинушку в халате: «А вырезки что, опять нет?» Он был большой масон, этот Цепирович. Дома он переодевался из чистого в теплое и садился кушать то, что ставила на стол его жена Фрида Моисеевна, масонка. Фрида Моисеевна, она была для внутреннего пользования, а снаружи для конспирации полжизни прожила Феодорой Михайловной. Ужинал Ефим Абрамович без водки. Делал он это специально. Водкой масон Цепирович спаивал соседей славянского происхождения. Он специально не покупал водки, чтобы соседям больше досталось. Соседи ничего не подозревали и напивались каждый вечер, как свиньи. Он был очень коварный масон, этот Цепирович. «Как жизнь, Фима?» – спрашивала Фрида Моисеевна, когда глотательные движения мужа переходили от престо к модерато.
что ты называешь жизнью?» – интересовался в ответ Ефим Абрамович. Масоны со стажем, они могли разговаривать вопросами до светлого конца. После ужина Цепирович звонил детям. Дети Цепировича тоже были масонами. Они масонили как могли в свободное от работы время, но на жизнь все равно не хватало, потому что один был студентом, а в ногах у другого уже ползал маленький масончик по имени Гриша. Радость дедушки Цепировича и надежда мирового сионизма. Иногда из соседнего подъезда к Цепировичам приходил закоренелый масон Гланцман в целях конспирации от патриотов, взявший материнскую фамилию Финкельштейнов и ушедший вместе с нею в подполье. Гланцман пил с Цепировичами чай и жаловался на инсульт и пятый пункт своей жены. Жена была украинкой и хотела в Израиль. Гланцман в Израиль не хотел. Хотел, чтобы дали спокойно помереть здесь, где промасонил всю жизнь. Они пили чай, и они играли в шахматы. Они любили эту нерусскую игру, больше лапты и хороводов. И с трудом скрывали этот факт даже на людях. После пары хитроумных гамбитов Гланцман Финкельштейнов уползал в свое сионистское гнездо во второй подъезд. А Ефим Абрамович ложился спать, и чтобы лучше спалось, брал вечерку с кроссвордом. Если попадалась автор оперы «Демон», 10 букв, Цепирович не раздумывал. Отгадав пару слов, он откладывал газету и гасил свет над собою и Фридой Моисеевной, умасонившейся за день так, что ноги не держали. Он лежал, как маленькое слово, по горизонтали, но засыпал не сразу, о чем-то сначала вздыхал. О чем вздыхал он, никто не знал. Ефим Абрамович Цепирович был уже очень пожилой масон и умел вздыхать про себя. Как мольеровский персонаж, который узнал, что он всю жизнь говорил прозой, так и я только на четвертом десятке своей жизни узнал, что я галутный еврей, еврей, живущий в изгнании. Я не ощущал это изгнанием, как не ощущали изгнанием свою жизнь в Европе, в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе разные евреи, становившиеся огромной частью своих культур. От Гёте и Кафки через Бабеля до Бродского и Вуди Аллена эти евреи достигали высочайших вершин собственной национальной культуры. Парадоксально? Да. Дело было в 1950 году, во времена, так сказать, борьбы с космополитизмом. Зиновий Герд и его брат Борис возвращались с кладбища, была годовщина смерти матери. На Садовом кольце они зашли в пивнушку. Шалман, как определил ее Герд, согреться и помянуть. Перед ними в очереди стоял огромный детина. Когда очередь дошла до него, он развернулся в их сторону и громко сказал продавщице: «Нет, сначала им, они же у нас везде первые». И Герд, маленький человек на костылях, ударил детину в лицо. Это была не пощечина, а именно удар. Детина упал. Шалман загудел, упавший начал подниматься, продавщица охнула: «Ты что? Он ведь даже тебя жидом не назвал!» И стало ясно, что сейчас будет самосуд. Эту историю я услыхал от Гертова во время съемок телепередачи в ответ на просьбу рассказать о людях, которые спасали его. И он рассказал о троих. О медсестре Вере Ведениной, которая вытащила его с поля боя из-под огня в 43-м году. О хирурге Людмиле Винцентини, которая несколько раз его оперировала и спасла ногу. И рассказал этот случай. Когда все шло к самосуду, от стойки оторвался человек, которому Герд едва доходил подмышек. «Он подошел ко мне, — рассказывал Герд, — загреб своими ручищами за лацканы пальтишко, и я понял, что это конец.
Мужик приподнял меня, наклонился к самому моему лицу и внятно на всю пивную сказал: «И делай так всякий раз, сынок, когда кто-нибудь скажет тебе чего про твою нацию». И бережно, это слово самого Герта, бережно поцеловав его, поставил на место. И, повернувшись, оглядел Шалман. Шалман затих, и все вернулись к своим бутербродам. В этой истории не только тот замечательный незнакомец, в ней весь Герт. Как позже писал Висбор, честь должна быть спасена мгновенно. Эта мягкость, этот всесоюзный милый зямы из кинопанорамы и голубого огонька – это далеко не весь Герт. Он был человеком очень суровых правил. На панихиде по нему кинорежиссер Михаил Швейцер сказал: «Такие, как он, инвалиды, сидели после войны в переходах, играли на гармошке, просили милостыни». Судьба и история, надо отдать им должное, действительно сделали много для того, чтобы стереть Герта в порошок. Еврей, что могло стать приговором само по себе. Инвалид и вообще человек не бог весть каких физических кондиций. Внешность. На детские юношеские фотографии Герта жалко смотреть. Маленький мальчик с оттопыренными ушами и заранее несчастными большими еврейскими глазами. Но, как сказал Бомарше, время – честный человек. Какой-то другой француз заметил, что к 40 годам женщина получает на своем лице то, что заслуживает. Мужчина тоже. К началу пятого десятка, собственно, антропология уходит на второй план – душа. Душа начинает рисовать на лице свои черты. У Герта к 50 годам стало необыкновенно красивое лицо. Михаил Жванецкий. Полвека мы перекликались его словами. «Скрепы, говорите? Да вот же они!» В пароле и отзыве, ясном для любого русского человека. «Нормально, Григорий? Знаешь ответ свой. А других-то общих паролей у нас почти нет. Он, да и Высоцкий. И поверх их обоих Пушкин, мороз и солнце. День чудесный». Как это с ним случилось? Автор эстрадных сценок и монологов, отличный, но все-таки один из, вдруг садится и пишет крупными каракулями на листе бумаги про уходящую жизнь. Какой перехват дыхания. Как это смешно и как нестерпимо грустно. И не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Для меня он начался с этой вещи. С этой из эссе памяти учителя русского языка, где уже мощно и победительно звучала та жванецкая музыка речи, которую с тех пор не спутать ни с чем. Тогда и стало ясно – гений. Автор Аркадия Райкина, ну да, может написать и для Райкина. Великолепный выступальщик, кладущий зал ничком, еще как. Певец Одессы, да, конечно, но как до неба, от расхожих одесских интонаций до авторской жванецкой мелодики. Просто всего лишь большой русский писатель, взявшийся невесть откуда и почти незаконно, с магнитофонных пленок, из эстрады, демонстративно провинциальный, с этим портфелем и повадками, не чересчур образованный, поперек всех школ и правил. Доказательство, если не бытия Божия, то непостижимого космоса человеческой природы. Он ведь писал рукой по меткому замечанию Валерия Хаита, словно с неба шло прямо в руку. Я однажды видел, как он пишет свои каракули и сам смеется потом, прочитав. Клянусь, он не очень понимал, откуда это взялось. Да и какая разница? Его дар был больше него самого. Он знал это и нежно берег его. Всякий разный по жизни перед своим уникальным даром Жванецкий остался предельно честен, а все остальное, я думаю, и воспринималось-то им вполне размыто, как фон на фотографии, не нуждающийся в фоне. Вот уж кто был инструментом языка. Бродская формулировка подходит Жванецкому абсолютно. Второе еще, наверное, не осмысленный нами до конца, нет, не взлет, но медленный подъем писателя Жванецкого начался после его 60-летия, как бы на противоходе со славой. Те, кто ждали от увенчанного всеми лаврами сатирика новой боржи и ликер-водочного цеха, вынуждены были перейти на старые запасы.
лучшее из написанного поздним Михаилом Михайловичем, не расходится на цитаты и не набирает миллионов просмотров на YouTube. Само занятие сатирой выдает в человеке оптимиста, писал Станислав Е. Жилец. Оптимизм закончился, ложечка шкрябала по дну. Печальный мудрец подводил итоги, по-жванецки тщательно и неповторимо расставляя слова на бумаге. Музыка речи не оставляла его. Слова продолжали приходить в руку прямо с неба. СМИ, сообщившие о смерти сатирика Жванецкого, дружно выстрелили в то место, где птица пролетела четверть века назад. Смерть позволяет гению стряхнуть с себя ерунду пристрастий, раздражений, обстоятельств и остаться среди нас тем, чем он был на самом деле. Музыкой, смехом, умом, нежностью, печалью, счастьем. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык, его язык, ставший нашим. И во веки веков. Аминь. Барух Даян Эмет. С чего начинается Родина? С того, что припомнят тебе, что ты инородец, юродивый в здоровой российской семье, что от Сахалина до Кини шмыты, щепка в глазу большинства, что дед твой под Волховом сгинувший не повод еще для родства. Поверить ли, что ли, им на слово, вещички как просят собрать, и возле таможни неласковой в стерильные руки отдать, дорог незалеченных кашицу, российский расхристанный лес и песню, которую, кажется, впервые исполнил Бернес.